нашим раисом Станом Ильичем Минихановым принято решение, что в РКБ необходимо вот создать такой центр, где будут представлены все виды высокотехнологичной хирургии, в том числе и трансплантации. И мы ожидаем, что если мы реализуем, мы будем делать не только трансплантацию печени и почек, мы выйдем на трансплантацию поджелудочной железы, трансплантацию кишечника, сердца и легких. То есть за этим будущим, и мы будем эти все амбициозные задачи реализовывать. Сейчас идет проектирование, мы уже заканчиваем проектирование на этапе вот, поэтажного распределения, и дальше уже идут вопросы более глубокого такого взаимодействия уже со всеми заинтересованными участниками этого процесса. И надеемся, вот в ближайшее время этот проект будет уже готов к реализации, а дальше будет строительство. Команда готова, команда, работающая по этим направлениям, она на сегодняшний день полностью оправдывает себя и реализовывает эти задачи. Это понятно уже, скольки-этажные здания? Да, это 29 тысяч квадратных метров, 7-этажное здание. Это большой корпус со всеми возможностями для высокотехнологичной хирургии. И там же все вопросы связаны с трансплантацией. И на какой